Полное описание и точно до выхода 122 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». 122 серия сериала выйдет в эфир 14 июня. В новой серии мы увидим, как Дилан и Баран настаивают на том, чтобы не раскрывать друг другу свои чувства. В то время как Дилан умерла от ревности, Баран вступил на путь сдержанности, вместо того, чтобы объяснить ситуацию. С просьбой Дилана о разводе мы вступаем на трудный путь возвращения. Сераб постоянно повторял: «Я не перебиваю, разве я не перебиваю?» и прервал прямо посередине. Кадир не может пойти дальше слов: «Ты неправильно поняла, Дилан – моя дочь». Хотя Баран по-разному интерпретирует несчастье Дилан, Дилан не считает, что Баран гонит ее из дома. Они оказываются в водовороте непонимания. Дарья с одной стороны, Сераб с другой и Азаде с третьей. Очень скучают. Поведение Барана, который не стал давать объяснений и говорил свысока, было очень неправильным. Если бы он спокойно утешил Дилан, фаза развода не началась бы. Дилан также очень устала от приливов и отливов. Она не может найти выход из этой ситуации. У нее даже нет ветки, за которую можно было бы ухватиться. Поэтому проще всего развестись. Баран более чем согласен. Посмотрим, сбудется ли этот развод. 122 серия сериала выйдет в эфир 14 июня. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.